Всем привет! Вот, наконец-то запек в духовке миску свинина. Вуаля! Жир плавает. Наверное, сочное получилось. Еще не остыло. Чесночок сверху. Ну и соль. Сейчас буду пробовать. Получилось. Так. Скользит. Полтора часа готовил. Не хочет. Такое блюдо специальное, без поддона железного, керамики или еще что-то, не знаю. Ну, сейчас зацедим кусочек. Да, лепота, сочная. Если вот жир не обрезать, то нормально. Что там по гарниру у нас? Огурчики, помидорчики. Ну и рюмашка по возможности. Да. Как бы так. Запеканочка творожная тоже в духовке делается на поддоне. Поддон удобно мыть. Прикольненько. Фирма еще какая-то нарисована. Все, кому понравился этот видос, подписка, лайк. Да, еще фольгой накрывается, чтобы жир не брызгал. Иначе будете долго духовку и упорно отмывать. Как бы так. Ну и мясо лучше на рынке покупать. Свежее, молодое. Но по деньгам это ого-го будет стоить.